Русский богатырь могуч, силен и может ловко обращаться с палицей. Да и вообще габаритные предметы в руках для него не в новинку. Именно для таких удальцов и сделан мехмод Сварог. Поделки небесного кузнеца, коим и является Сварог, поставляются в истинно-славянском льняном мешочке. Такая подача, безусловно, добавляет устройству аутентичности. Однако внутри нас ждет девайс с не столь уникальным внешним видом. Несмотря на всю свою патриотичность, мехмод похож на изделие с земель по ту сторону Берингова пролива. Действительно, формы Сварога очень сильно напоминают Скаундрел. Лига негодяев даже выкладывала у себя фотографию на странице в Фейсбуке. В руках мод ощущается крайне внушительно. Это вполне себе габаритное устройство со сравнительно тяжелым весом. В общем, прям-таки под лапу богатыря. Исходя из этого, пользоваться Сварогом поначалу крайне непривычно. Если вы не обладатель большой ладони, то удобнее будет ухватиться за выемку большим пальцем, а нажимать на кнопку уже средним. Если брать классическим хватом, то голая некрашенная версия может скользить в руке. Второе, что может не понравиться рядовому пользователю, так это сравнительно тугая кнопка. Прекрасные дамы членов нашей редакции справиться с ней не смогли. Учитывая, что Сварог — один из самых дорогих отечественных модов, к резьбам придираться стоит с особым фанатизмом. Если вы любитель Кеннеди, то эта труба явно не для вас. Мы не знаем, наблюдается ли эта проблема у всех модов, но в нашем случае этот атомайзер накрутить не получилось. Проблемы есть и с внутренней стороны коннектора. Множество производителей делает там небольшую ступеньку, которая предотвращает срабатывание, когда не установлен атомайзер. В Свароге ее нет, поэтому будьте осторожны. Кнопка и является основным отличием Сварога от Scoundrel. Последний идейно напоминает Риг, а в российском моде коннектор цельный, кнопка представляет из себя довольно стандартный механизм и откручивается. За счет нее и происходит подстройка под аккумулятор, что вполне себе удобно. На верхней части кнопки, как и в Able, нет никакой изоляции. Из-за этого за сохранность ваших пальцев отвечает обертка аккумулятора. Разобрать все довольно просто. Немного нажимаем на кнопку из алюминия и откручиваем полностью медный пин. Отдельный плюс в карму стоит отдать за почти полное отсутствие микро-КЗ. Благодаря большой площади контакта их совсем немного, что продлевает жизнь ваших банок. И все это достигается без использования промежуточного пина. С производительностью такого серьезного во всех смыслах мода все просто отлично. С результатом вы можете ознакомиться у нас на сайте. Короче говоря, если у вас имеется богатырская силушка и ненависть к американским президентам, то Сварог вполне может вам понравиться. Мы благодарим Сварог за предоставленное устройство. Подробный обзор, как и всегда, вы можете прочитать на нашем сайте. А чтобы не пропускать свежие ролики, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не занимайтесь язычеством.